опять я, это опять я. Тролль Майнкрафтер 99 уровня. Ты опять спросишь, а где же Эдисон? А я не знаю, где Эдисон. Эдисон опять пропал. И знаешь что я сделаю в этой серии? Я сделаю самое страшное преступление на этой планете. С этого момента, пока мы на этой серии не наберем 30 тысяч лайков, Эдисон больше ни разу не выиграет в снайперах. Ни разу. Поэтому все зависит только от тебя. И пока мы не наберем тут много лайков, и пока ты не подпишешься на этот канал и не нажмешь на колокольчик, я не верну Эдисона, и ты больше никогда его не увидишь. Поэтому ставь лайк прямо сейчас, и давай будем смотреть с тобой новую серию Эдисона. Я пообещал, пока не наберем 30 тысяч лайков, Эдисон больше ни разу не выиграет снайпера. Все зависит только от тебя. Слушай сюда, бердянский парень! Слушаешь? А можно материться? Нет, нельзя материться. Нельзя материться. Я хотел уже ответку кинуть, он хотел ответку кинуть. Понял, ну один раз вначале запикай. Не надо! Да давай. Да нет, Игорь, успокойся. Ладно, то би кабзда, тека из миста, давай сюда. Ну, кабзда, хорошо, хорошо. Игорь, верни корону, пожалуйста. По-хорошему. Знаешь что? Подожди, что, Игорь выиграл в прошлый раз? Да. Ты что, не помнишь нафиг? Не было такого. Было. Игорь выиграл. А, да, это же Игорь, это же командная работа была, да? Да-да-да. Да давайте, пожалуйста, без командной работы, хотя бы в этот раз, а? Заколебали договариваться перед серией. С Пасхой все. С праздником. Всех с праздником, пацантре, всех с праздником. Я хочу куличи. Я такие утром куличи могу наложить. Прям. Не твои хочу полететь, которые пасхальные. Что происходит? Как ты меня убил? Ой-ой-ой-ой-ой! Ё-моё, Эдисон, ты знал, как я развернулся чисто по анозум? А что, Жака? Ай-яй-яй-яй. Ты меня жопой убил! А, подожди, а вы оба умерли? Да! Ее, я выиграл! Да! Да! Твою матушку! Ты помнишь, да, Жека? А, ну, если Жека выиграет в этой серии, это реально подкрутки просто. Да. Мерзавцы, двое против одного играете! Мерзавцы! Мерзавцы! Знаете, кто выигрывает? Да, я. Да-да, я. Что, готов уже яйцами драться? Какими яйцами? Маска же. Своими яйцами. Никто с твоими яйцами драться не будет. Я уже покрасил, пацаны. Хочешь посмотреть? Нет, спасибо. Я покрасил. У меня то красное, другое синее. Лучше бы желтое и... И выглядит синее, да? Я бы чистое. Я просто дальтоник, на самом деле это не красное, там желтое. Понятно. Красное яйцо, признак гематома, когда так сказать. Да? У тебя было такое когда-нибудь, Игорь? Не, я их храню. Куда ты их хранишь? В банке хранишь, в сейфе? Знаешь, что это бабки, короче, съемные эти. Прикрутил на шурупчик, знаешь, как лампочку вкручиваешь, вот это. Не, понял, короче, помнишь, в детстве были такие тапки, чтобы шнурки не завязывать, такие на липучках. Да. Приклеил, дело сделал, типа опа, зашибись, да? Время жизненных разговоров, душевные, ребята мои. Я в тебя выстрелил! Ты просто поганец. Давай, Игорь. Я поганец, пацаны. Ты реально будешь поганцем. Я просто говорю, ну сейчас Игорь точно победит, просто чекайте. Вот просто я уверен на 100%. Дебили, я так испугался, смотрю, там был снайпер, который... Он сзади тебя в метре был! Не сзади, а сбоку, вот тут. Сбоку! Плотно. От него ты интересно, почему ты все время считаешь? Можно я буду? Давай. Раз. Два. Рис. Погнали.
Не нравится ему то, что я считаю, а? Короче, вы смотрели «Великолепный век»? Чего? Типа Сулейман Паша там. Ибрагим... КОГО?! Ну Сулейман, Сулейман, знаешь Сулеймана? Нет, ладно, короче, ладно, вы это вырежете. Неудачно пошутил. Вы это вырежете. Я хотел развить душевный разговор. Развить. Вы-то каждый раз буду говорить, пожалуйста. Как? Типа, вы это вырежете. Типа, хреново пошутил, да? Типа, Зип сказал какую-то хрень, типа, вы это вырежете. Что, чтобы не позвали? Эдди Сандарова. Вообще хрень не будет. Эдди Сандарова? Эдди Сандарова. А что сам на крыше делаешь? Что, Карлсон? А, на крыше? Какой крыше? Какой крыше, Игорь? Thank you for information, thank you for... Игорь, что ты делаешь, жопошник? Игорь, Тимбург, не забывай. Они реально сговорились, а? Про прошлой серии Игорь выиграл, в этой серии 100% Жека выиграет уже. А, вот ты, то есть ты сам знаешь? Да, ты, я ты знаю. Ты тоже участвуешь в нашем... У меня сценарий просто записан до серии. А, да, я понял. Я знаю, кто выиграет. Так, и чё сейчас по сценарию, я забыл? По сценарию ты сейчас выиграешь. Не, ну типа, действия мои какие, чтобы выиграть? Можно просто стоять? Стоять просто? Ну ничего не делать там. У меня уже стоит. Это все, Игорь, печально на самом деле. У тебя на нас стоит. Не, я это вырезать не буду. У меня... А ты знаешь, что Эдисон, он записался в армию шиперов? Мне здесь с ним вообще страшно общаться и вообще как, снимать. В какую, мать твою, армию шиперов? Что ты несешь? Ой, не понял, что такое. А потому что вот, да-да-да, вот, Игорь, ты... Think about it. Что think about it? Я не понимаю. Мысли, он в армию шиперов записался. Ты можешь объяснить это? Это вот так вот. Он теперь стал подстрекателем, даже похлеще, чем ты. В каком плане? В смысле, чем я? В смысле, чем я? Я не понимаю. Ты что, меня убил через блок. Я просто читер. Ваха. Читер. Я АИМ ВХ репорт. Накачали себе читов на эту серию? Я себе накачал, короче, банки, понял? Это все потому, что ты в армию шиперов записался. Да! Да, все, Жека победил, ура! Да, ну сейчас еще бонусные раунды будут, не забывайте. Ну, уже не важно, я уже выиграл, да? Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. В смысле посмотрим, стоп, я уже выиграл, правильно? Ну сейчас посмотрим. Да, смотри, там у кого больше очков, тот проиграл, типа мы сегодня по другим правилам. А, ну да. Я еще не понимаю, кто пока мой заведет огонь. Кто пока? Я вот даже не вылезал. Ах так, вот Эдисон, типа. Понятно, Эдисон разозлился. Какая разница, ты уже все помнил. Наигрался там свой. Ого ты вообще, парень. Ты шо русский? Ты шо Гагарин? Ты шо русский? Мне нужно знать, куда он упал, и давай информацию. Да не, все нормально, все нормально. Да он там... Да я вниз не упал, не переживай, все нормально. Я... Чисто просто... Ты не в самый низ упал, правильно? Нет, если бы в самый низ, я бы сказал. Но он уже и так на днище куда низ. Вот именно. Он уже проиграл, понимаешь? Да, теперь можно над ним издеваться! В смысле издеваться? Сейчас три дополнительных раунда будут и все! Ага! Не-не-не-не-не-не, когда ты выигрывал, у нас было не три. У нас было в прошлый раз, у нас три дополнительных был. А даже если бы три, у тебя ты все равно не будешь победителем. Ну да, давай мы сначала посмотрим, будет 3 или нет, может ты сейчас выиграешь опять и все. Да не, понял, типа Эдисон такой говорит, мой видос, сейчас. Игорь, дебил, я испугался, твою мать! В смысле, а что, я без невидимости? А где, да, я смотрю, Игорь, а перед... А где, Игорь... где ты был? Я вот тут. Ой, я тут, наверное, натворил как, дел, как, да? Как ты так пере... Ну ты, Игорь, навонял тут до ролика. Что-то класс попало, ребята, я не могу смотреть. Один воняет, один читы включил. Я честно скажу, я что-то как-то слишком расслабился с вами. Кто-то нас задротил просто. Чит в глаз тебе попал, выключай давай. Опа, включился.
увеличились. Заколебали я! Я сегодня хотя бы один раунд выиграю! Сговорились, два дебила! Ну ладно, так уже быть, можешь меня убивать на этот раз. Да, давайте, вы уже бегает туда, жила в жопе просто бегает. Эдисон, ты видел вообще что? Я видел. Собака! Опа, никто не выиграл! Еще два раунда! Да смысле? Или по одному очку каждому. Ладно, так можно засчитать Эдисону один балл, мне один балл. Не, в смысле, не понял, а что Эдисону твоего один балл? Ну, потому что вы тоже как бы двое умерли, ничего? Да. Ну так ты первый умер. И чё? Как бы еще сейчас выживших у нас нет. Ну ладно, делайте, что хотите. 5-1-1, ебой, мне одну очку! Слава богу, что одно только одно. Стопе! А перед финальным решающим раундом, перед финальной битвой, я тебе предлагаю посмотреть прошлый ролик со снайперов. Вот я тыкаю вверх, там подсказка, нажимай прямо сейчас, потому что в прошлой серии было так же много всего интересного. Поэтому если тебе после этого ролика станет скучно и ты еще вдруг не видел предыдущую серию снайперов, посмотри ее обязательно. Она вышла очень крутой. А сейчас погнали, продолжаем смотреть, давайте. Чисто ради интереса, вы ряженку пьете, пацаны? Нет. А ты пьёшь? Знаете, как ряженка помогает, короче? Это она очищает организм, я чувствую себя человеком просто. То есть так ты без ряженки себя не чувствуешь человеком? Понятно. Ну такое, знаешь. Ну такое, типа... Не особо человек, да? О, дождик пошел. Пацаны, выключите дождик, пожалуйста. Видишь, где-то идет дождь, а где-то снег. Да. А где-то уже тепло. А где-то пустыня. А где-то Бердянск, я знаю где, он в сердечке. Бердянск? Всегда в душе, понимаете? Ой, что там происходит вообще, вот сам. Так, Эдисон, ну уйди оттуда. Откуда? Уйди оттуда. Откуда? Там за деревяшки, уйди. Эдисон, почему я тебе в спину стрелял, а ты не умираешь? Я шо, бронированная срака или шо? Не понимаю. Так, подожди, а как так было, как так было, что Эдисон стрелял по мне, убил тебя? Как так было? Я по нему стрелял 3 раза, ты не попал. Может, ты нубик. Мне кажется, Эдисон что-то скрывает. Ты просто нубик в Майнкрафте. Эдисон, ты куда стреляешь? Ой, подожди. Спасибо, Игорь! Вот как Жека выигрывает! Чё происходит? О, Жека, вот сейчас все понятно стало. Я даже не знаю, что произошло, алё! Чё было? Чё было, того уже не вернуть. Давай, стреляй, Эдисон. Я тебя сейчас убью. Я тебя и так уже убил. Сюжан, стреляй, Сюжан, давай. Вот ты отворот. Что происходит? Сюжан, ты зачем? Давай, Сюжан, стреляй, ты не видишь, стреляй. Какой сержант? Стреляй. Сюжан, открывай огонь. Ты ведь что, зря сидишь в нашей американской армии? Стреляй, Сюжан, огонь. Хватит топтать. Куда ты перебил? Игорь, мать твою, ну я понимаю то, что вы как бы договорились, но ты давай не будешь бить меня, хорошо? Это просто дедовщина, дух. Ты жопа, шут. Я не понимаю, честно, я просто не понимаю. Ни Игоря не понимаю, ни Жеку не понимаю, вообще ничего не понимаю просто. Да чё вы замолчали, а? Я сосредоточен, я не понимаю, откуда по мне огонь ведёт. Не понимаю. Уже все места просмотрел. Угу. 5-2-0! Пи-пи-пи! 5-2-0, 5-2-1. Да, 5-2-1. 3-2-2! 3-2-2, вот именно! Договорный матч! Ничего, хорошо. Игорь, давай корону свою Жеке. А я ее заберу. Я ее заберу, рано или поздно, когда-нибудь. Если... Да ты... Верни сюда! А я отражаюсь? Вот, да, вот...
давайте наберем 30 тысяч лайков, я обещаю сразу же выйти в следующей серии, чтобы мы забрали у этого синего корону. Я должен еще забирать. Наберем 30 тысяч лайков, сразу же выйдет новая серия, я прям обещаю. А хотите вы эту серию или нет, решать только вам. Ну, я знаю то, что вы хотите, поэтому ставьте лайкусики, чтобы наши эпичные баталии снайперские продолжались. Пацаны, попрощайтесь. Всем удачи. Пока, пока, пока. И всем пока, спасибо. До свидания. И тебя нет. О, господи, куда делся Эдисон? О, магад. О, магад, о, магад. We'll be right back.